I'm talking about roots. I can't hate where I'm from, 'cause where I'm from make me. 'Cause where I'm from make me. I came from the bottom of the slums, but now I got me, me. That's because of my roots. Yeah, 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 yeah. I'm talking about roots. Yeah, 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 yeah. I'm talking about roots. Hey, I can't be mad at what got me ahead. I don't regret my ghetto struggle due to my success. It ain't that beautiful. Упоротый, что ли, сука? Фу, блядь! Духа, это было духа. Молодцы, блядь, пацаны. Две звезды, ништяк. Молодцы. А там какие-то дебилы сзади. Можно так здесь. Что вы думаете? Я думаю, что... Мысли! Я думаю. Обычно это бывает по-другому, но как-то так выходит, что я думаю. Потом... А вы думаете, что Саня думает? А он вздумал. Он вздумает, что думает. Я думаю. Пытается просто понять, что я думаю. Блядь, на самом деле... заебал он же! Димас, сними нормально. Давай ты не будешь выебываться. Я лучше сделаю. Давай ты не будешь выебываться, делай. Так мне надо все тысяч. Брась. Go. Вот это заебок. Да что за херня? Да ебаный ебать. Да ты, блин, чё расслабился? Соберись, тряпка. Да ну на... Вы что-то драли там в ботинке? Вы бутылку в ботинок драли? Я поехал, что ли? Мы видели вас. Обними. Так. Зашибись. Я башкой поехал в щель. Поехал в щель. Но да вы нормально сделали. Да все тут видно. Так все... как я там-то сделаю? Ты тупой? Это не надо. Это не надо. Что сейчас, что сейчас не делать-то? Надо. Просто долететь и Вебстер. Окей. Это не надо. Да, тут крапива меня жалит. Сжалься надо мной. Это фильм о фильме, блядь.
Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Нормальные пацаны, блядь. Вот это наши русские пацаны, блядь. В рот мента ебать. Пацаны, помогите, блядь, буду. Старику, блядь, вообще. Пацаны, пару копеек дайте, пожалуйста, блядь. Мне похмелиться надо, нахуй. Иначе я умру, нахуй, вообще, блядь. Все, натуришься? Чисто по-русски умру, да и все, нахуй. Расскажите, пацаны, вообще, ребята. Ну, ребята, ребята. Нет, тут именно вот эту фразу. Пацаны, вообще, ребята. Это нужно для видео. Это что это? Это камера. Это специально. Да, где? Путин. Да не Путин, нахуй Путин нужен. Ребята! Русские ребята! Я вас люблю! Ладно. А пацаны вообще ребята? Да пацаны это хули пацаны. Скажите. А вообще, пацаны, это все ребята. Новая фраза. Ладно. А ты молодец. Давай еще. Сань, молодец. Только не испугай. Делай за духу. За духу делай, Андрюха. Это... Вот. Хули ты снимаешь? Серьезные террористы. Так там тень там не видно тебя вообще. Твоя кукла скоро умрет. Поверни, поверни. Спонсор сегодняшнего мероприятия Экстра Ситрою Буск. Так, нам должны будут за партнерку еще деньги. Блять, опять все вместе. Туда, в ту сторону заходим. Что, блядь? Смотри, она ёбнутая. Чего, блядь? Кого она была? Верни мне мои деньги. 670. Так, смотри, 90. Доказательства. Покажи, сколько там денег. 110 рублей купим. Так, получается. Я же говорю, это спонсор сегодняшнего мероприятия. А сколько было? 100. Норм. Спасибо. Да, Димас, и спрыгивай. Круто спрыгивай, круто спрыгивай вниз. Падает, блядь. Иди хоть сготовь, чтобы... Ебало ты не выбить. Перерожденный. Сука! Паркур. Охуенно, кстати. Вот именно, блядь. Покемон. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите пип! Я сейчас вызову милицию, разговаривать не буду. И сам по-другому поговорить. А что милиция просила? Ни хрена мне не сделает. Нету, блядь, милиции, уже полиция давно. Я больше не делал милиции. Нету, блядь, милиции, уже полиция. Вчера нас тоже подняли. И куда ты встал? А, ты так хотел? Yes!
Камера черного тебя. А вот это был Кура. Был! Все, да. Опять не смог! Я винт нечаянно сделал. Охуенная тема. Да что ты? Подожди. Здрасте. Сегодня... Всем привет, с вами Омская ТВ, я Андрей Нефедов. Программа «Шкала блогеров». «Шкала блогеров». «Лашка блогеры». Не, пацаны, реально, я все время, я к вам, ну, я хип-хоп, я сам, я рэп читаю на ходу, фристайл. Вот бит мне надо, и все, мне больше ничего не надо. Видишь, тенями вот недавно научился рисовать, видишь, это как бы так еще. Это вообще, ну, волоса. Вот. Это дневники съемок. Сегодня какой день съемок? Второй. Да, второй нормальный день съемок. А с той Стасик второй день съемок вас. Ну да. А вообще, я не знаю, Дима считал. Короче, начало осталось тебе снять, Стасик. Какой сегодня день съемок? Это дневники, короче, будут у нас. Я не знаю, может, пятый? Ну, если посчитать так. И что вы думаете вообще по этому поводу? Это разборка иркутская. А, шкатив, ебаш. Да, точно. Снесешь ты его, нахер? Сломал плечо. От бордюра там-то неоткуда будет. Ты весь кадр испортил. Привет. Что такое? Привет. Подтягивайся. Да блядь! Сука! Ну и чё ты в кадр ушёл? Ушёл отсюда давай! Вы еще вообще уйди, иди. Давайте. Нихрена перекрутил. Там жареную дали дома. Я за тебя уже заговариваюсь тоже, на. Хотел сказать, воду горячую дали дома. Воду жареную дали. А жареной воды не хочешь? Я спросил, жареной воды не хочешь? Нет. Ну охуенно же. Какой сегодня день смоет? Я смою. Последний сегодня смою. Сегодня последний. И 1488 день съемок. Мы уже пьем вместо... Мы уже, короче, пиво пьем. Да. Мы устали. Отмечаем.